Друзья, всех приветствую на своем авторском YouTube-канале о заработке в интернете. С вами на связи Алексей, и сегодня у нас обзор очень интересного ICO, это Fire Ninja. Но прежде чем продолжить просмотр данного видеоролика, обязательно подписывайтесь на мой YouTube-канал, Telegram-канал, ссылочки будут в описании по данным видеороликам. Итак, Fire Ninja является первой в мире многонациональной онлайн-платформой, которая позволяет пользователям купить или продавать товары и услуги из любой точки мира, и все это через криптовалюту. Цель это объединить отдельные классификационные рынки мира в единый рынок, делая коммерцию проще, чем когда-либо. Кроме того, платформа Fire Ninja будет первой, предлагающей полностью интегрированные варианты оплаты криптовалютами, включая биткоин, эфириум, лайткоин, а также собственную монету Yoshi, которая будет на платформе Ethereum, да, на смарт-контрактах. С помощью смарт-контрактов Fire Ninja предложит прозрачные, надежные и безопасные анонимные транзакции, которые сделают онлайн-коммерцию доступной для всех на международном уровне. Вот, значит, старт продаж 30 июня, да. Стартует, да, тип токена на ERC-20, он, да, цена 10 центов, вот, хардкап у них здесь, 23 миллиона, да, вот, софткап это 5 миллионов долларов, в принципе, хардкап небольшой, софткап тоже, поэтому вполне они соберут софткап, да, вот, на инвестирование принимается валюта эфир. Значит, также вот мобильное приложение, как мы видим, да, вот будет. Есть Telegram-чат. В Telegram-чате 4500 пользователей уже, да. Есть все соцсети справа, вы можете на них обязательно подпишитесь, чтобы следить за всей информацией. Значит, вверху есть белая бумага. Там на английском языке вы скачиваете и изучаете. Я тоже ее перевел, изучил. Вот, далее, смотрите, то есть можно оплачивать, как я сказал, биткоин, лайткоином и Yoshi, да, то есть в этой платформе, да, пользователи смогут молниеносные быстрые транзакции, да, то есть почему выгодно, да, почему это удобно, то есть оплата криптовалюты, это быстро, все на смарт-контрактах и анонимность, да. Вот, и по сути платформа интересна будет, и, спрос на нее будет. А реклама в интернете – это большой бизнес, и тем не менее никто не создал полностью функциональную международную платформу до сих пор. А в настоящее время только несколько продавцов принимают криптовалюту в качестве способа оплаты. Но с Fire Ninja все изменится. Они собираются упростить для любого, где бы то ни было, продавать что-либо в интернете, принимая оплату за криптовалюты. Есть десятки тысяч онлайн-продавцов и многие владельцы криптовалют по всему миру, у которых есть потенциал стать пользователями Fire Ninja. Основные преимущества – это торговля и использование криптовалютами, да, быстрые и безопасные транзакции, покупка с помощью Yoshi, Bitcoin, Ethereum, Litecoin, многоязычность, да, автоматизированная платформа, лучшее и простое решение для перевода, которое автоматически преобразует информацию о ваших продукте для международных клиентов. Торговая панель будет использовать новейшие технологии для наилучшего предоставления ваших продуктов, таких как распознание продукта, для быстрой и легкой загрузки элементов, интеграция с 360 приложениями для приложений и погружения в многое другое. Программа лояльности, общественные награды вместе со многими другими программами лояльности будут предоставлены наиболее лояльным ниндзя. Например, как это работает? Фредерико живет в Испании, он хочет купить iPhone X, но не хочет платить полную стоимость евро. Он посещает Fire Ninja и просматривает все прилагаемые iPhone X, которые на продажу представлены. Он считает, что Ганс в Германии продает немного
поддержанный iPhone, да, за $900. Фредерико контролирует с Гансом, контактирует с Гансом и говорит, что он заинтересован в покупке iPhone. Ганс говорит, что он по-прежнему доступен, и стоимость доставки 25 евро. Фредерико соглашается и нажимает «Купить». Фредерико теперь может заплатить в биткоине, эфириуме, лайткоине, йошикоин. Он выбирает йошикоина, потому что он хочет получить наибольшее вознаграждение. Оплата Фредерико проводится до тех пор, пока покупатель не подтвердит, что он получил продукт. Вот, то есть после того, как получил продукт, тогда, да, то есть оплата полная. Ханс был быстро уведомляется о том, что платеж был сделан, и отправляет iPhone. Фредерико получает iPhone и подтверждает, что он находится в рабочем состоянии. Затем его платеж немедленно освобождается от Ганса. Справедливый ниндзя предоставляет Фредерико и Гансу очки вознаграждения за проведение своих транзакций. Фредерико и Ганс также оставляют друг другу пятизвездочные отзывы. Вот, то есть так это выглядеть будет. Зачем инвестировать в Fair Ninja, да? То есть у них есть 30-летний опыт в нажимает «Купить». Фредерико теперь может заплатить в биткоине, эфириуме, лайткоине, йошикоине. Он выбирает йошикоина, потому что он хочет получить наибольшее вознаграждение. Оплата Фредерико проводится до тех пор, пока покупатель не подтвердит, что он получил продукт. Вот, то есть после того, как получил продукт, тогда, да, то есть оплата полная. Ханс был быстро уведомляется о том, что платеж был сделан, и отправляет iPhone. Фредерико получает iPhone и подтверждает, что он находится в рабочем состоянии. Затем его платеж немедленно освобождается от Ганса. Справедливый ниндзя предоставляет Фредерико и Гансу очки вознаграждения за проведение своих транзакций. Фредерико и Ганс также оставляют друг другу пятизвездочные отзывы. Вот, то есть так это выглядеть будет. Зачем инвестировать в Fair Ninja, да? То есть у них есть 30-летний опыт в классификационном бизнесе и 20 лет в онлайн-объявлениях. Мы уже управляем двумя прибыльными компаниями, ежегодно получая миллионы евро. У нас более 150 сотрудников в наших компаниях. По словам Deloitte, наши партнеры входят в топ-50 быстрорастущих компаний. Вот, значит, 28 лет, да, на рынке, да, то есть они уже, это все тоже можете ознакомиться, почитать более подробно, здесь описано распределение монет, как будет токен распределяться, есть дорожная карта, то есть подробно расписано, что когда будет делать, да, проект. Значит, вот команда, да, то есть вот есть ссылки на социальные сети их, тоже можете ознакомиться, советники. Вот белая бумага, как я и говорил, есть. Дорожная карта. В целом, что я могу сказать? Проект интересный. Хотите поучаствовать в ICO, присоединяйтесь к whitelist, заполняйте все данные, и там все по инструкции. ICO интересное. Желаю команде реализации всех поставленных идей. Вам желаю успешных инвестиций. С вами был на связи Алексей. Всем счастливо, всем профита, всем пока-пока.